рассказала. Как вы пришли на завод, Надежда? На завод я пришла на практику, получается, в 2012 году. Была сюда направлена, ну, как знакомые были тут, работали, поэтому решила прийти на завод. Очень понравилось, мастером я была назначена Галина Петровна Пхайко, специалист высшего качества, конечно, очень мне много дала знаний и, можно сказать, так бы и подтолкнула меня к дальнейшему выбору своей будущей работы, профессии. Очень понравилось. В 2014 году, после окончания института, я пришла на завод. Также стала, получается, сначала лаборантом была, потом была назначена инженером-лаборантом, уже как бы начала расти, больше знаний, опыта, испытания начались, а уже больше мне как доверие началось, ну, как от руководства, потому что видели мой опыт, уже знания. Ну, очень интересная работа, всегда что-то новое, какие-то производственные вопросы, ну, скучать не приходится. А что входит в ваши обязанности, Надежда? Расскажите. Получается, входной контроль сырья, все сырье, которое приходит на производство, это цемент, песок, щебень, все это мы проверяем, у нас аттестованная лаборатория, поэтому все строго по тому, что нам разрешено, все по ГОСТам, по ДСТУ, мы все испытываем. Ну, плюс и контроль продукции, это обязательно все, каждый этап у нас контролируется, армировка, бетон, это все. Получается, все мои обязанности. Ну, получается, вы несете ответственность за выход, за качество продукции. Да, если вы неправильно ее протестируете, да, даже сырье изначально оно будет непригодно, то и продукция будет некачественная. Да, если... это большая ответственность, конечно, и надо очень внимательно за этим следить. Плюс сейчас поставщики бывают разные, но стараемся, конечно, работать с постоянными, надежными, проверенными уже, как сказать, годами. Но вот не сложно вам, девушке, работать вот на такой профессии, которая, ну, вроде бы как и не совсем женская, можно сказать, среди бетона? Не, ну, не то, что сложно, интересно просто очень. Ну, плюс все равно помощь есть рабочие, тоже спасибо, хорошие у нас люди помогают. Так что пока сильно сложностей нет. То есть работой своей избранной вы довольны именно на этом предприятии? Да, мне нравится работа, коллектив очень хороший, интересный, поэтому все... Все хорошо.